Письмо прощения, по-другому никак. Смотрите, вот у тебя чуть-чуть, вот у тебя сильно, вы застряли в состоянии принцессы, там, ну вот 14-16 лет, да. Из, вот, да-да-да. У тебя возраст психоэмоциональный 14-16 лет. Из-за этого у тебя к папе столько, ну, вот, такого невысказанного претензий. Ты сейчас, значит, будешь взрослеть после сегодняшнего дня. Но это, ну, нужно повзрослеть просто. Вот, сейчас. Много-много обид – это тогда, когда ты не в взрослой позиции. Подождите, давайте. Подожди. Отпускай. Выпускай. Это не я! Выдох. Отойди! Отпусти. Это не я! Да выпускай ты. Отойди, я сказала! Сейчас слушай меня внимательно. Прекрати быковать, я сейчас все уберу. Кого? Выдохни. Кого? Выдохни это просто, твою мать, я тебе сказал. Это не я. Выдохни. Прекрати истерить. Выдыхай. Мне дышать нечего. Отпусти. Сядь. Это же не я, Господи. Да выдохни, твою мать, я тебе говорю. Выдыхай, не истери. Выдыхай. Ой, выдохни, я тебе сказал. Давай. Это же не я! Прекрати истерику. Это не я говорю. Ой, твою мать, прекрати истерику, выдыхай, я тебе сказал. Выдыхай. Господи. Нет, не истери. Выдох. Выдох. Ай, подожди. Выдох, я тебе сказал. Выдыхай. Еще. Выдыхай. Просто дыши, я тебе сказал. Еще. Еще выдохни. Я так день начал без матов, ну. Первый раз я так долго не матерился. Выдыхай. Это же не я. Ну, выдохни. Это же не я. Не истери, выдохни, я тебе сказал. Ты меня слышишь? Не истери, выдыхай. Не ори, а выдыхай, я тебе сказал. Выдохни. Страшно тебе чуть-чуть? Нет. Выдыхай. Ну тогда еще хули истеришь что-то. Я не знаю. Выдохни, я тебе сказал. Мама. Давай. Выдыхай. Смотрите, когда если вдруг что-то начнется, к вам мы подойдем, да? Просто выдыхайте, не нужно истерик. Это не моя истерика. Да я, блядь, слышу. Это не мой голос. Выдыхай. Просто выдыхайте. Вот чем больше вы будете объяснять, как вам плохо, тем дольше эта вся фигня продлится. С ней так долго, знаете из-за чего? Сказать тебе, из-за чего ты так долго? Потому что, во-первых, ты все контролируешь, и ты пиздец какая вредная. Вредные люди, с ними работается дольше, честно. Это вот на злу бабушке уши отморожу, вот. Выдыхай. Это говорит, извините, я вам на ногу наступил. Ничего, я вам на плащ уже клюнула. Выдыхай. Вот так. Вот, да. Перестань, вот, выдыхай. Чуть-чуть себя пожалей. Нет, ты сейчас привлекаешь внимание. Пожалей сейчас. Давай, выдыхай. Вот я про детские позиции, когда говорил, вот, это знаете, помните в детском садике, когда ты приходишь с самой такой красивой куклой, и все такие, дай поиграть, ты такая, я не дам, и тебе такие, ну-ка, короче, отсюда тогда иди. И ты такая в угол уходишь, ты, блядь, ну и вот посмотрите, как вам будет херово без моей куклы. Проходит полдня, и всем хорошо. И вот люди, вот, они вот сидят и ждут, выдыхай. Да. Выдохни, выпускай. Выпускай. Так бывает, ничего страшного. Выпускай. Выдохни еще. Отпускай же потихоньку руки. И лицо проходит, и сейчас все пройдет. А вот этот не останется? Не останется. Он, мне кажется, там. Не, ну слушай, ты выдохни, я тебе сказал.
я не хочу, да? Чтобы он там был. Ладно. Это, знаете, у стоматолога говорит: подождите, подождите, а точно вы сейчас этот будете 77-й зуб делать? Вдыхай. Выдыхай, выдыхай. Спокойно выдохни. Если кто за мной давно следит, я что-то стал добрее очень сильно, причем. Ага. Выдыхай. Выдыхай. Я стал мягче работать, потому что я не знаю, что произошло, но как-то, ну, не знаю. Оно само что-то произошло, да, внутри, и что-то щелкнуло, да. Выдыхай. Ты плачешь, я сейчас еще про папу говорю, что-то у меня пока лезет, папа. Да, выдыхай, это не про тебя. Выдыхай. Вот родители, да, у кого вот, кто родителей уже терял, вы не дадите соврать, да, что... Выдыхай, ага. Там как будто часть души уходит, да, заметили? Там как будто вот часть тебя как будто вот была и нету. И какое-то время тебе приходится тратить на то, чтобы эту пустоту, ну, наполнить чем-то. И очень многим это не удается. Ты потому что где-то хочешь набрать, а нету. И ты не понимаешь, что не так. Вроде так же. Ты взрослый, самостоятельно, все есть. А вот не стало, и как-то что-то не хватает. И даже если ты его не знала, и даже если он не участвовал в твоей жизни, когда он его не станет, ты почувствуешь, что часть тебя ушла на уровне энергии. Я не знаю, как это объяснить, но внутри что-то исчезает. И потом это нужно чем-то заместить. Это восполняешь потом, ну вот, детьми, там, я не знаю, женой, мужем, там, вот теми любимыми, которые есть. То есть уровень любви, который давал там родитель, ты должна получить потом откуда-то, ну, извне. У меня уже